Тулячка Екатерина Малышева знакомится с обновленным платоновским лесом. Несмотря на свои ограниченные возможности, девушка ведет активный образ жизни. Занимается танцами, часто ездит на экскурсии, любит гулять по городу, но в компании мамы или кого-то из друзей самой не справится. Говорит, Тула не приспособлена к жизни инвалидов. Обновленный платоновский парк не стал исключением. Здесь действительно очень красивое место, и хотелось бы здесь больше гулять. Но из-за того, что такой неподходящий ландшафт, и даже если бы здесь и были пандусы, то было бы очень тяжело здесь одной гулять. Рельеф местности долгое время не позволял благоустроить эту территорию. Сейчас из грязного леса с прудом массив превратился в красивый парк с ротондами, пешеходными мостиками, игровой площадкой и современным мраморным фонтаном перед колоннадой. Зону культуры и отдыха оценили представители Министерства природных ресурсов и экологии Тульской области. Отметили, что пандусы не построили именно из-за множества крутых подъемов и спусков. К пандусам есть определенные требования. К примеру, угол наклона должен быть не больше 30 градусов. Здесь он явно больше. Доступная среда – это, естественно, та необходимость, которая должна быть реализована в любом общественном месте, тем более в таком досуговом, как парк. И именно исходя из этого был сделан план, генеральный план данного парка, и, соответственно, конечно же, доступ для маломобильных групп населения, для мамочек с колясками, естественно, есть во все территории, на все площадки. Просто нет необходимости лезть по ступенька, потому что это неудобно, но и пандусы просто по своим техническим характеристикам невозможно будет здесь разместить. А, естественно, есть специальные дорожки, которые позволяют вокруг где-то обойти и прийти в любое место, в любую точку данного парка. Подтверждают это и постоянные посетители. Молодая мама Анна Волкова с двухлетней Катей гуляют в парке ежедневно. Их новые любимые места – центральная площадка у фонтана и детский уголок. Пройти к ним или проехать не составляет труда. Вот дорожка. Дорожки все как бы без ступенек. Вот единственное, там только ступеньки, можно объехать. Мы вообще очень довольны этим парком и очень рады, что дождались такой красоты и такого вообще удобства для детей. Полностью закончат Платоновский парк в следующем году. Планируют благоустроить зону природы и прогулок, почистить лес, высадить новые деревья, проложить дорожки, по которым все, без исключения посетители, смогут беспрепятственно попасть в любую часть парка. Лариса Демина, Алексей Чичвадзе, Александр Лехнер, Первый Тульский.